يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، если кого-то не поприветствовал, говорю ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И встречая этот благословенный месяц, месяц Рамадан, который является месяцем священного Корана, месяцем Всевышнего Аллаха табарака ва тааля, верующий человек должен встретить этот месяц со здравым сердцем, с чистым сердцем. Дорогие братья, вы знаете то, что сердце – это тот орган, про который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если будет здравым, то будет здраво все тело человека. А если испортится, то испортится все тело человека. Когда спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что это сердце. Сердце правит человеком, управляет и является основным местом, от которого зависит действие раба. Если дело обстоит так, то что является обязательным для мусульманина? Отсюда становится ясно, что является обязательным для мусульманина это, конечно же, заботиться о своем сердце. Стремиться к тому, чтобы оно было здравым, было в порядке. Поэтому враг Всевышнего Аллаха табарака ва тааля, Иблис, когда узнал, что все зависит от сердца, сделал сердце своей мишенью и целью, где он будет наущать и где он будет постоянно находиться со своими наваждениями. Где? Сердце. И самое меньшее, что попытается он сделать, это помешать рабу совершать благие дела. Поэтому тебе, о раб Аллаха, следует прибегать за прощением ко Всевышнему Аллаху табарака ва тааля и обращением к Нему одному, чтобы Он защитил тебя от этого. От чего? От того, чтобы Иблис овладел твоим сердцем. Ты должен быть по-настоящему рабом Всевышнего Аллаха табарака ва тааля, и ты должен быть искренним, если хочешь спастись от того, чтобы Иблис овладел твоим сердцем. Первое – это искренность. Второе – это что? Мутаба, следование за сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно об этом сам Всевышний в своей книге сказал: «Инна ибади лейса лака алейхим султан». Воистину, мои рабы, у тебя над ними нет никакой власти. Кто? Над кем нет власти? Мои рабы, то есть те, которые по-настоящему являются моими рабами и выполняет поклонение так, как это нужно делать. А ты будешь рабом Всевышнего Аллаха, по-настоящему рабу, только тогда, когда будет это по сунне, так, как делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается искренности, то сказал, что он сбьет всех, кого сможет, илля ибадака минхумуль мухласин, за исключением твоих искренних рабов, говорит Иблис в Коране. Значит, Иблис не может овладеть кем? Тем, кто искренен,
перед Всевышним Аллахом Табарака ва Тааля и следует по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Таким человеком он не сможет овладеть. Поэтому мы также должны знать, что сердце это, оно описывается жизнью и противоположной ею, а именно смертью. Мы знаем то, что у нас есть здоровое сердце, живое сердце. Потом есть у нас мертвое сердце. И есть у нас больное сердце. И есть у нас больное сердце. Эти три вида сердца, все люди обладают по-любому одним из них. Либо у человека живое сердце, либо у него мертвое сердце, либо у него больное сердце. Кто спасется из этих троих перед Всевышним Аллахом Табарака ва Тааля в судный день, в тот день, когда не поможет ни дети, ни имущество? А? Илля ман аталлаха бикальбин салим. Кроме тех, которые придут. Яума ла янфау малу ва ла банун, илля ман аталлаха бикальбин салим. В тот день, когда не принесут пользу ни дети, ни имущество, кроме тех, кто явится к Аллаху со здравым сердцем. Со здравым сердцем. Спасется по-настоящему кто? Тот, кто обладает здравым сердцем. У кого здоровое сердце? Это то сердце, сердце такого человека, которое освобождено и чисто, в котором нет примеси, ширка со всеми его видами, бидаатами, а также всем остальным видам грехов. Если сердце не будет причастно к этому, то оно по-настоящему является здоровым сердцем. Поэтому ты, раб Аллаха, знай, что здравое сердце возвращается к этому. Значит, спасется только тот, который делал дела искренне и делал их по сунне. Согласно этим аятам и согласно признанию самого Иблиса, что он не сможет такими овладеть людьми, да? Поэтому Всевышний Аллах Табарака ва Тааля это приказал в своей книге. Обязательно. Аль-Ихлас и Аль-Мутаба'а. Я юха лезина аману, ла тукаддиму байна ядей Аллахи ва Расули, ваттакуллах. Вот те, которые уверовали, не выходите вперед Аллаха и его посланника. Не выходите вперед Аллаха и его посланника. Как понять, не выходите вперед Аллаха и его посланника? То есть не выходите вперед Аллаха и его посланника ни словом, ни делом, ни акидой. Ни словом, ни делом, ни акидой не выходите вперед Аллаха и его посланника. Посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как сказали некоторые ас-саляфы, не говори ничего до тех пор, пока он не скажет, и не делай ничего, кроме того, что он прикажет. Не говори ничего, пока он не скажет, алейхи салату вассалям, и не делай ничто, или пока он не прикажет. Поэтому говорили саляфы, каждый человек в судный день у него спросится, почему ты это сделал, и как ты это сделал, в судный день спросит у каждого человека. Почему ты это сделал, или зачем ты это сделал, и как ты это сделал. Зачем ты это сделал, вопрос заключается в разъяснении чего? Причины человека. Что побудило его сделать то или иное дело? А? Искренность или неискренность? И как он это сделал? Соответствовало ли это дороге посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или не соответствовал? А? Поэтому, дорогие мои братья, пусть будет это перед этим священным месяцем или другие дни, мы должны знать, что мы получим все то, что хотим от Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, и обретем успех, и спасемся только тогда, когда наше сердце будет здравым и здоровым. Когда будет здравым и здоровым. Здравое сердце. Это такое сердце между ней и принятием истины нету преграды.
Здоровое сердце, оно всегда готово принять истину, от кого бы она ни исходила. Для него только является заботой узнать истину. А принять истину для него не вопрос. Почему? Потому что у него здравое сердце, оно всегда принимает истину. И она любит истину. И предпочитает истину над другими вещами. В первую очередь для этого сердца самое важное это аль-хак, истина. Для этого сердца. Принимает ее, любит ее и отдает ей предпочтение над всем другим. Нету никакой преграды между этим сердцем и принятием истины. В противоположности мертвого сердца, который не принимает истину, или в противоположности больного сердца, которое, если его болезнь победит его, не примет истину, а если не победит, может принять истину. Поэтому, алейкум салям, то, что подкидывает шайтан из слов, которые слышатся, и из сомнений в сердцах людей, которые сеются, все это подкидываемо иблисом и шайтаном является фитной для этих двух сердец, а именно мертвого и больного сердца. Все слова, которые могут искусить человека и соблазнить, и все те сомнения, которые могут заставить человека сомневаться, это будет фитна и повлияет на мертвое сердце и на больное сердце. Что касается здравого сердца, то на него это никаким образом не повлияет. Для него это фитна не будет, однако наоборот, для него это будет силой. Алейкум ассалям, алейкум баракат. Однако наоборот, для него это будет силой. Фитны, когда будут приходить, это будет указывать на, или он будет приобретать силу тем, что он не будет принимать. Его сердце же сразу, как прошло в хадисе Худейфа, который приводит имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, что такое сердце, когда приходит к ней фитна, она начинает отрицать ее и отвергать, и не принимать ее. Поэтому оно будет каким? Твердым, куда ничто не проникнет. Противоположности другого сердца, которое впитывает все это, подобно губке, и влияет на человека тем образом, как это пошло, хорошо указано в хадисе Худейфа, который проводит имам Муслим, рахимахуллаху та'аля. И все мы знаем то, что, чтобы лечить сердце и заботиться о его или о ее жизни, есть закон такой у всех лекарей и у всех врачей и у всех докторов. Есть закон, который заключается в чем? Заключается в трех основах, от которых зависит здоровье чего-либо. Здоровье чего-либо или какого-либо человека зависит от трех основ и трех вещей. Первое – это хранить силу свою. Второе – это предохранить себя и сохранить себя от всего того, что может тебе повредить. И третье – это избавить себя от всех вредных, что находится в теле или организме человека, который может повредить его здоровью. То есть избавиться от всего, от всего того, что находится в тебе из вредных веществ. Понятно, да? Первое, ты это сделаешь путем чего? Путем подчинения Всевышнему Аллаху Табарака ва Тааля. Второе, путем отстранения и удаления от всего того, что запретил Всевышний Аллах Табарака ва Тааля. И третье, это ты сделаешь путем прошения, прощения у Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля и искренней таубой. Тогда биизни Аллахи Табарака ва Тааля твое сердце будет здоров. И кто-то может сказать, или кто-то, может быть, захочет узнать и проверить себя, что это за признаки, по которым можно узнать, здраво у человека сердце или нездраво. Как можно узнать?
Мы сейчас сидим с вами, у всех у нас есть сердца. Так или не так? Да. Сейчас приходит месяц Рамадан. Аллаху а'лям, с какими сердцами мы этот месяц встретим. Этот месяц. Этот месяц, он повлияет так, как надо повлиять только тогда, когда человек, сердце будет здравым. Когда будет сердце здоровым. Почему человек не извлекает пользу с Рамадана таким образом, как надлежит? Как надо извлекать пользу. Как извлекли салифы от Рамадана пользу. А? Каким образом? Тем, что они были готовы и расположены к этому месяцу. То есть их сердца были здравыми. Поэтому каждый из нас у нас есть сердца. И мы должны проверить самих себя. В каком я положении сейчас нахожусь? И поставить себе диагноз. Нет сомнения, что сердце каждого из нас поражено определенным недугом. Нас'алю Аллаха аль-афия вас-саляма. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы уберег нас от всех болезней сердец. Нет сомнения, что есть это каждый. Поэтому мы должны сверить себя с тем, что сейчас упомянем, иншаллах, вкратце. Вкратце упомянем некоторые вещи. Давайте сравним себя. Сравним себя с этими вещами. Здравое наше сердце или нездравое наше сердце? Если кто-то сейчас увидит, что он полностью соответствует сказанному, то пусть восхваляет Всевышнего Аллаха табарака ва тааля. Навряд ли такое найдется. А если кто-то не найдет ничего подобного, то пусть никого не винит, кроме самого себя. Пусть никого не винит, кроме самого себя. Почему? Потому что как оживить твое сердце, Всевышний табарака ва тааля, упомянул в Коране и в Сунне. Причины, как спастись, тебе указаны. Теперь упущение только с твоей стороны будет. Понятно? А оживление сердца чем? Оживление сердца, как сказал Всевышний табарака ва тааля в своей книге, «Я айюха ладзина аману, истаджибу лилляхи, валил расули, ида даакум лима юхийкум». О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и отвечайте посланнику, когда зовет он вас к тому, что дарует вам жизнь. Значит, отвечайте Аллаху, Священный Коран. Отвечайте посланнику, сунна посланника Аллаха, салла алейхи ва саллям, когда зовет он вас к тому, что дарует вам жизнь. Значит, что дарует жизнь? Аль-Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, там лечение надо искать. Там лечение надо искать. Поэтому сейчас мы с вами вкратце это упомянем, чтобы сверить себя и посмотреть. Насколько мы готовы к этому месяцу, месяцу Рамадан, который для кого-нибудь из нас может быть это последним месяцем уже. Для кого-то из нас это может быть последним месяцем, и для кого-то из нас это может быть еще месяц неполным. Понятно? Неизвестно. Поэтому как мы должны себя подготовить? Мы не знаем, какой день, в котором нас простит Всевышний Аллах в этот месяц. Мы не знаем, какую ночь Всевышний Аллах Табарака ва Тааля простит нас. Ибо посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, что в каждую ночь в этот благословенный месяц Аллах освобождает определенных людей от огня. Будешь ты из них или не будешь, Аллаху а'лям. Все возвращается к положению твоего сердца. Почему? Потому что сердце командует. Сердце распоряжается, сердце управляет тобой. Понятно? Нет смысла в человеке, который ходит, но его сердце мертвое. Или который ходит, но его сердце больное. Нету смысла жизни такому человеку. Понятно? Нету смысла жизни такому человеку. Поэтому с вами поймем некоторые вещи, которые, иншаллах, может быть, помогут вам. Первый, дорогие мои братья, признак того, что сердце человека здравое, это то, что это сердце всегда стремится и испытывает жажду в познании Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, познание всего того, чем он доволен, познание всего того, чем он недоволен. И таких дел, которые гневят и приводят его в ярость, чтобы сторониться, конечно же, этого всего. И стремление, очень сильное старание познать его посланника и пророка Мухаммада ибн Абдилля, саллаллаху алейхи вассалям. Это первое. Что сердце, оно стремится. Не просто знает. Каждый мусульманин знает это, что это надо. Нет. Твое сердце стремится.
твое сердце испытывает жажду. Как каждый из нас пить хочет, когда испытывает сильную жажду в знойный день, допустим, когда пекет солнце, да? Точно так же твое сердце вот так вот испытывает сильную жажду в познании Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, узнать побольше твоего Творца. Точно так же узнать твоего пророка и твоего посланника, а именно Мухаммада ибн Абдилля, саллаллаху алейхи вассалям, а также сильная любовь и стремление, и охота познать все те дела, которые приведут в довольство нашего Творца, и все те дела, которые разгневят нашего Творца. Первое для того, чтобы сделать, второе для того, чтобы избежать и сторониться. Понятно или непонятно? Это первый признак, то, что человек, если находит в себе такое чувство, пусть обрадуется, и пусть знает, инша Аллах, что его сердце, в нем горит жизнь. Инша Аллаху Та'аля. Это первое, вкратце. Второе, дорогие мои братья, признак того, что сердце человека здравое, что такое сердце покинуло эту жизнь и переехало в ахиру. Сердце покинуло этот мир. Человек или как ходит на этой земле? Его сердце покинуло этот мир, как будто бы он переехал в ахиру. Как будто бы он видит то, что произойдет в судный день, и то, что он читает в Священном Коране, как будто бы он видит это воочию сейчас уже происходит, или вскоре произойдет. Понятно? Как сказали некоторые саляфы, когда у него спросили о смиренности в намазе, что он делает, чтобы выработать в себе это качество, смиренность во время молитвы? Что он делает? Он говорит, когда я становлюсь на молитву, я представляю перед собой трон, который сверху меня. И представляю сурат, который впереди меня. А? То есть, кратко говоря, покинул этот мир полностью. Значит, признак того, что сердце человека живое, то, что в этом сердце нет никакого любви к этой жизни. Как ты будешь любить эту жизнь, когда знаешь, что жизнь в этой жизни не жизнь? Как будешь любить эту жизнь? Если бы это... Почему? Потому что настоящая жизнь где? В ахире. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Аллах в Коране говорит. Воистину, аль-ахира, последняя жизнь есть по-настоящему жизнь, если бы они знали. Тебе стоит поразмышлять лишь над положением человека, как он живет низко в этом мире, чтобы узнать, в каком мире он находится. Если бы этот мир и имел для Аллаха какое бы то значение, хотя бы даже на вес комариного крыла, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не дал бы неверующему человеку и глотнуть глоток воды, если бы Аллах для него какое-то значение. Но мы видим то, что каферы, как себя ведут на этой земле, указывают нам то, что Всевышний Табарака ва Тааля не придает никакого значения этому миру. Этот мир для Аллаха ничто. Поэтому горе тому человеку, который поселил этот мир в своем сердце. Это указано на то, что его сердце больное. Твое сердце будет здравым только тогда, когда полностью обратится ко Всевышнему Аллаху Табарака ва Тааля и покинет этот мир. Как сказал Али ибн Аби Талиб. Что сказал? Дунья останется позади тебя. И мы с каждым за этим наблюдаем, что с каждым пройденным днем дунья мы ее оставляем сзади. А ахира где тебя ждет? А ахира тебя ждет впереди. Мы сегодня ведем себя так, как будто ахира позади, а дунья впереди. Так себя ведем с вами. Это указывает то, что у нас в сердце еще больные. Но Али ибн Аби Талиб говорит то, что эта дунья уходит назад. А то, что тебя ожидает впереди, это твоя будущая жизнь. А? Поэтому сказал, будьте обитателями той жизни, но не будьте обитателями этой жизни. Заметьте его слова. Будьте обитателями той жизни, но не будьте обитателями этой жизни. В арабском банун, то есть сыновья буквально. Не будьте сыновья этого мира, а будьте сыновья той жизни. То есть по-настоящему ты будь сыном ахир. По-настоящему пусть твое сердце чувствует себя таким.
Мали валид дунья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что мне до этого мира? Я лишь подобен всаднику, который приостановился у тени дерева, чтобы передохнуть, а потом встал и покинул эту тень дерева, чтобы дальше держать путь. Такого положения муслима. Это дунья как тень. Тень на месте стоит постоянно или исчезнет, сокращается? Тень сокращается, 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 пока не исчезнет. Точно так же это дунья. Не вечная. Сокращается, сокращается, сокращается и исчезнет. Поэтому ты, дорогой мой брат, сделай так, чтобы твое сердце переехало в ахир, оставило эту жизнь. Если почувствуешь в себе это качество, иншаллах, это признак того, что твое сердце здоровое. Третий признак, это, то есть признак, который указывает на что? На живость сердца. Который указывает на что? На живое сердце и то, что сердце человека по-настоящему живое. Что? Что такое сердце не перестанет тревожить своего носителя, который носит это сердце. Не перестанет тревожить своего обладателя до тех пор, пока тот не обратится к Аллаху табарака ва тааля и не проявит со своей стороны аль-инаба. И не покорится Всевышнему Аллаху табарака ва тааля и не смирится. Будет его тревожить до тех пор, пока полностью не привяжется ко Всевышнему Аллаху табарака ва тааля. Почему? Потому что, дорогие мои братья, в сердцах человечества и в сердцах людей есть такая потребность, которую ничто не удовлетворит и ничто не уберет, кроме как искреннее обращение ко Всевышнему Аллаху табарака ва тааля, и которую ничто не излечит, кроме как ихляса и искренности. У каждого есть потребность в сердце. Понятно? У каждого есть потребность, у каждого есть болезнь. Эту потребность ничто не сможет выполнить, кроме как искреннее обращение ко Всевышнему Аллаху. Эта болезнь ничто не излечит, кроме как искренности перед Всевышним Аллахом табарака ва тааля. Значит, это сердце не перестанет тревожить такого человека до тех пор, пока он не проявит со своей стороны аль-инаба. Что такое аль-инаба? Аль-инаба – это когда человек постоянно думает об Аллахе табарака ва тааля. У нас есть аль-инаба, есть тауба и есть ауба. Ауба, тауба и инаба. Все три вида поклонения, упомянутые в священном Коране, всех их связывает одна вещь, а именно возвращение к Аллаху табарака ва тааля. Но между ними есть разница определенная. Но все эти три вида поклонения, а именно тауба, аль-инаба и ауба, их объединяет одно качество, а именно то, что раб возвращается к Аллаху табарака ва тааля. Возвращение Аллаха табарака ва тааля, выполнение определенных условий, упомянутые в таубе, будет таубой. А ауба – это когда человек быстро возвращается к Аллаху табарака ва тааля. Потому что слово ауба указывает на скорость в арабском языке. Когда человек, если что-то сделает, сразу же быстро возвращается к Аллаху табарака, просто знает, что и что, он начинает уже проваливаться. Поэтому, когда убегает быстро к Аллаху табарака ва тааля, это называется ауба. Аллах описал, что его рабы обладают таким качеством, как ауба, которые, если совершат грех, Аллах говорят, просят у него прощения, и что делают? «Валям юсирру аля ма фаалю» и не упорствуют в том, что сделали. Не упорствуют. Человек не проявляет дерзость. Нет, если начинает чувствовать, что он отдаляется от Аллаха и начинает грешить, сразу же проявляет ауба, то есть резко возвращается к Аллаху табарака ва тааля. А аль-инаба – это уже великая дорожа всего этого. Аль-инаба – это ты постоянно с Аллахом. То он понимает, что ты постоянно возвращаешься к Аллаху, табарака ва тааля, и твое сердце постоянно с ним неразлучно. Точно так же, как человек неразлучен во время и'тикафа где? В мечети. Когда человек на и'тикаф в мечети, как говорит Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, точно так же твое сердце с Аллахом, табарака ва тааля. Постоянно неразлучно с ним, постоянно возвращается к нему и постоянно думает о нем. Если найдешь в себе такое чувство, дорогой мой брат,
знать, что сердце инша Аллах живое. А если нет, то надо подозревать самих себя. Значит, в наших сердцах проблема. Не перестанет тревожить раба, пока не станет таким. Пока не смирится его сердце. Пока не смирится его сердце. Перед кем? Перед Всевышним Аллахом Табарака ва Тааля. Разве не пришло время для верующих, чтобы их сердца смирились? Припоминание Аллаха, как Аллах в Коране сказал. Алам я'нили ллазина аману ан тахша'а кулубухум ли зикри Аллахи ва ма назала мин аль-хак ва ла якуну каллазина утул китаба мин каблу фатала алейхим ул-амад факасат кулубухум ва катиру мин фасикун. Разве не пришло время для верующих, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и перед тем, что не спасал он из истины, и чтобы они не уподоблялись тем, которые были до них из числа людей Писания. Прошло много времени, а их сердца затвердели, Аллах говорит. А их сердца затвердели, Аллах говорит. Время идет. Время идет. Если не будешь связывать свое сердце с Аллахом, табарак кого-то связаться с чем-то с другим. Понимаешь ты меня или нет? Здесь нет такого, что рано или поздно я свяжу себя с Аллахом, а пока... Нет. Ты либо с Аллахом, либо не с Аллахом. Сердце как сосуд. Чем наполнишь, то и будет там. Понятно или непонятно? Это сердце очень опасно, если оно затвердеет. Оно уже не будет никакой насихат принимать, не сможет. Аллах говорит, люди Писания, которые были до вас, не уподобляйтесь им. Прошло очень много времени. Они увидели очень много знамений. Им читались очень много из откровения Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, но они не проявили свою привязанность к Аллаху таким образом, как требовал от них Аллах. И их сердца затвердели. Теперь расплавит и размягчит эти сердца только в адское пламя. Такие сердца были созданы для адского пламени. Или адское пламя было создано для таких сердец, чтобы расплавить такие сердца. Поэтому давайте размягчим с вами наши сердца при этой жизни, прежде чем их размягчать там. Не перестанет, пока не почувствует вот это вот чувство внутри. Не перестанет тревожить своего носителя, который носит, и обладателя этого сердца. Ибо потому что в сердце есть потребность. Эту потребность выполнит только одна вещь. Что? Искреннее возвращение к Аллаху Табараку ва Тааля. Поэтому саляфы что говорили? Саляфы говорили, бедные жители этой дуньи. Масакина ахли дунья. Бедолаги те, которые живут в этом мире. Покинули этот мир, так и не вкусив самого сладкого и самого прекрасного в нем. У него спросили, что это? Что он сказал? Сказал, махаббатуллах, вальунсу бихи, вальшауку иля ликаихи, ваумуму зикрихи ва таати. Сказал, любовь к Аллаху, радость Аллаху, тоска по встрече с Ним, поминание и почтение Ему. В другом ревайте познание Всевышнего Аллаха Табаракавата. Многие люди хотят указать тебе на то, что которые живут в этом мире, многие из них умирают, но субханаллах не ощутили этого чувства у себя в сердце. А именно, любовь к Аллаху, испытывать радость при уединении с Аллахом Табаракавата Аля, стремление приблизиться к Нему и чувство близости к Нему, Табарака ва Та'аля. А? Познание Аллаха, Табарака ва Та'аля. Основная пища для сердца. Так и не вкусили основную пищу для сердца, и умирают эти люди. Говорит, бедные люди жалеют таких людей. Поэтому ты, о раб Аллаха, которому открыл Всевышний Аллах познание этого, не делай упущения в этом вопросе. Не делай упущения в этом вопросе. Четвертый признак, который укажет нам на здравость сердца. И что сердце по-настоящему живое. Что человек заметит, что он не устает поминать своего Господа и радуется только ему. Кому? Всевышнему Аллаху Табарака ва Та'аля. Радуется только Всевышнему Аллаху Табарака ва Та'аля и тем, которые напомнят ему о нем и укажут на него, и помогут ему в этом вопросе. Признаком того, что твое сердце живое, это то, что человек
не устает поминать Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, не проявляет усталости, радуется только Ему, испытывает в душе радость только Всевышнему Аллаху Табарака ва Тааля. Если наступает время ночного намаза, когда люди ложатся спать и радуются своей постелью, он радуется намазу. Он рад, что у него есть ночи, в которых он будет уединяться со своим Господом и обращаться к Нему с мольбами и читать Ему намаза. Он испытывает сильную радость, когда надвигается месяц Рамадана и начинает дуть в его сторону, зная, что будет днем поститься, а ночью читать намазы. Радуется в душе Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Некоторые люди этому не радуются и находят в груди стеснение и неприятность, неприязнь к этим вещам. Больно им. Некоторые устают поминать Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Некоторые устают поминать Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Это все указано на то, что его сердце, конечно же, нездоровое сердце. Когда будет здоровое сердце человека, когда будет он не уставать поминать Аллаха своим сердцем, своими языками, своими органами тела, и будет радоваться только ему. И всем тем, которые напомнят ему о ком? О его Господе, Творце, Аллахе Табарака ва Тааля. Будет радоваться только таким, которые укажут ему на Аллаха и помогут ему сделать так, чтобы он связался с Аллахом Табарака ва Тааля. Понятно? То есть, вкратце говоря, должен водиться с хорошими людьми и дружить только с праведными людьми. Поэтому, дорогому брат, если видишь человека, который стал твоим другом, когда водишься с ним и дружишь с ним, не видишь то, что он тебе напоминает об Аллахе и не доставляет тебе радость тем, что свяжет тебя с Аллахом, то барака ва тааля, не видишь дружбы с таким человеком. В нем нет барака, в нем нет пользы, в нем нет хайра в таком человеке. Поэтому признаком возвеличивания Аллаха Табарака ва Тааля и признаком того, что ты, твое сердце здраво, это отстраняться от таких людей. Потому что мусульманин, который обладает здравым сердцем, он недоволен ничем, кроме Аллахом Табарака ва Тааля. Нет для него ничего дороже, кроме Аллаха. И нет для него ничего ближе, кроме Аллаха. И радуется только одному Аллаху. Как сказали саляфы, харам является для человека, который познал Всевышнего Аллаха, находить успокоение в ком-то другом, помимо него. Харам для такого человека, который познал Всевышнего Аллаха, находить спокойствие и утешение в ком-то другом, помимо Аллаха, табарака ва тааля. Харам. Как ты, который тот, который знает Аллаха, радуешься кому-то другому, помимо Аллаха, табарака ва тааля. Как тебя оживляют разговоры не об Аллахе, табарака ва тааля. Как тебе приятно водиться с такими людьми, которые не напоминают тебе об Аллахе Табарака ва Тааля. И в достоверном хадисе говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, воистину у Всевышнего Аллаха есть такие рабы, которые напоминают людям об Аллахе. Сказали улема, один из них был Мухаммад ибн Сирин, ученик Абу Хурайры и других сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который, когда заходил на базар и рынок, видя его, торговцы говорили Аллаху Акбар, такого человека. Сразу же поминали Аллаха, автоматически, когда видели Мухаммада ибн Сирин. Из-за того авторитета, которым он обладал, и знали, что он, как личность Мухаммад ибн Сирин, что он, у него одни разговоры об Аллахе, табарака ва тааля. И что, когда мы его увидим, только Аллаха вспоминаем. Другого у нас в голове нет, потому что человек только об Аллахе говорит. Говорит, есть такие рабы Аллаха, которые, при виде которых люди вспоминают Аллаха, табарака ва тааля. Вот, водись с такими людьми. И постарайся быть таким. Говорят про его близкого к нему человека, Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллаху та'аля, говорят, в его разговорах не находили ничего, помимо Аллаха, судного дня, из хадиса посланника Аллаха. Ничего кроме этого не замечали, чтобы у него вылетало изо рта. Человек знал цену времени, и человек знал, или серьезность, то, что вылетает изо рта. Захотел, чтобы у него вылетало изо рта только то, что завтра обрадует его. Поэтому, дорогие мои братья, сделаем себя такими же. Будем делать так, чтобы вылетало с нашего рта только то, что обрадует нас завтра перед Всевышним Аллахом. Значит, это является признаком того, что сердце человека здраво. Поэтому не водись с таким человеком. Не дружи с ним. Особенно ахляль бида, которые портят твою религию изнутри. И которые отбьют тебя с пути Аллаха, табарака ва тааля, без надежды, чтобы сделать таубу.
грешник сбьет тебя, но ты будешь говорить внутри себя, что я покаюсь. Что касается ахляль-бида, то он тебя будет сбивать с пути и внушать тебе, чтобы ты не каялся Всевышнему Аллаху Табараку Ва-Тааля. Поэтому ахляль-бида, они не каются перед Аллахом, потому что они думают, что они делают это ради Аллаха, то, что они делают. Поэтому не водись с ахляль-бида и не дружи с ними. Воистину, хоть он и напоминает тебе о Всевышнем Аллахе Табараку Ва-Тааля, в нем нет барак. Почему? Потому что он напоминает тебе об Аллахе не по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А суть заключается у нас в том, чтобы человек нам напоминал о Всевышнем Аллахе, табарака ва тааля, таким образом, как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники и их ученики. Поэтому нет блага в проповеднике, который не является суннитом из ахля сунны валь джамаа. Нету в нем барака. Не ходи с ним и не води с ним. Держись подальше от них. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Аллах в Коране говорит. И не склоняйтесь тем, которые поступают беззаконно и несправедливо, а иначе коснется вас огонь. Даже хотя бы чуть-чуть не пытайся склониться на его сторону. Пусть между тобой и ним будет расстояние. Поэтому эти же саляфы закрывали свои уши. Сказали, мы не будем тебя слушать. Хотя саляф, если бы захотели, ответили бы им и заставили их замолчать. Но они знали, что это сердце нужно хранить от попадания бида туда. Понятно? Чтобы бида туда не попала, ты закрывай свои уши и не слушай ахляль бида. Значит, это признак здравого сердца. Того, что твое сердце здравое, инша Аллаху Та'аля. Пятый, дорогой мой брат, признак. Пятый признак того, что твое сердце, оно будет здравым. И просим у Всевышнего Аллаха Табарака Ва-Тааля, чтобы с таким сердцем встретить этот месяц Рамадан. Ибо мы, если с таким сердцем не встретим этот месяц Рамадан, этот месяц пройдет зря. Попросту. Потому что весь этот таравих, весь этот пост днем, весь твой отказ от еды, питья, женщин и так далее, а? Принесет пользу только тогда, когда ты это будешь делать от души. Будет исходить здравого сердца. Тогда принесет пользу. Поэтому пятое заключается в том, чтобы ты скучал и тосковал, потому чтобы служить твоему Творцу, возвеличивая Всевышнего Аллаха Табарака Ва Тааля при этом. Скучаешь по этому. Ты скучаешь и испытываешь тоску. И печалишься, когда упустишь что-то из благого дела. И то, что доставляет удовольствие Всевышнему Аллаху Табарака Ва Тааля. Как раз таки это и шестое мы скажем, что если пропустишь что-нибудь благое, или пропустишь свой намаз, или пропустишь свои слова поминания, которые ты делал Всевышнему Аллаху Табарака Ва Тааля, ты должен находить в себе какое чувство? Чувство боли внутри. Боли внутри сильнее, чем если потерял бы что-то из своего имущества. Вот теперь здесь сравни себя. Насколько здравое твое сердце. Когда что-нибудь упустим из благого, кто из нас боль чувствует? А если кто-нибудь из нас, допустим, упустит что-нибудь из этой дуньи? Допустим, человек пролетела выгодная торговля для него. Была вот-вот у него на носу выгодная торговля, он пролетел. Как в душе он, что, находит боль сильную? Или потеряет свою машину? Или потеряет что? Нет. А когда упустит слова поминания Всевышнего Аллаха Табарака Ва Тааля, допустим, которые делаются утром или вечером, как слова поминания, которые делаются утром и вечером, либо упустит свой намаз, а? Должно в душе у него быть еще больше грусти и печали. И должен внутри находить еще больше боли. По идее, и так должно быть. Но это мало у кого так. Это указывает то, что обладатель здравого сердца, их мало очень. Их очень мало получается, да? Якин слабый, потому что у нас. Убежденность очень слабая. Поэтому признаком здравого сердца является то, что ты начинаешь переживать. Начинаешь печалиться. Посмотри на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
которые просили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день Табука, чтобы он взял их с собой. Несмотря на то, что день жаркий, очень много мунафиков придумали отговорки, чтобы не пойти. Очень жаркие дни, путь далекий. Условия сами знаете в то время. Это было испытание для кого-то в то время, да? В день похода куда? На Табук. Да? Несмотря на это, некоторые верующие приходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и просили его забрать с ним. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, им отказывал, потому что не было у них верховых животных, чтобы посадить этих людей. Не было у них достаточного имущества, чтобы взять их с собой. Поэтому посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, извините, я не могу вас взять. А они напрашивались и хотели. Поэтому, говорит Аллах, они отворачивают свои лица, а их глаза наполняются слезами. А их глаза что? Наполняются слезами. Плачут, субханаллах. Плачут, потому что не смогли поехать. Кто-нибудь из нас бы, если попал сейчас в такое положение, как они попали, остался бы, в душе бы, наверное, почувствовал, алхамдулилля, дома осталось, в прохладе. О, прохладно, солнца нет. Алхамдулилля, дома жена, дети. Это уже убитое сердце. А те разворачиваются, говорят, Аллах, их глаза переполнены слезами. Здравые сердца. Покинули этот мир, они уже в ахире, их сердца. Их сердца уже в ахире, они не обращают внимания на эти условия, климат. Они хотят с пророком выйти, саллаллаху алейхи вассалям. Ради довольства Аллаха хотят выйти. И показать, что они не мунафики, которые ищут отговорки. Поэтому печалятся. Долгом каждого мусульманина тоже печалится, когда упускаешь что-то из благого. Если не почувствуешь в себе это чувство, знай, что твое сердце нездравое, в нем что-то есть. Знай, что твое сердце нездравое, в нем что-то есть. Седьмой признак того, что твое сердце здравое, это чтобы твоя забота была только Всевышний Аллах Табарака ва Тааля. И только ради Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Твоя забота только одна, это Аллах. Все. Твоя забота только Аллах и больше никто. Угодить только Ему и все только ради Него. Табарака ва Тааля. Все. Просыпаешься утром, у тебя на голове только Всевышний Аллах Табарака ва Тааля, как Ему угодить. И как избежать Его гнева. Не зли Его. Ибо если Он разозлится, Табарака ва Тааля, будет очень плохо. А если приведешь Его в довольство, Всевышний Аллах Табарака ва Тааля, получишь наилучшее, а именно рай. Поэтому просыпаешься утром, у тебя с утра сразу одна забота, это Всевышний Аллах, и только ради Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Пусть не будет твоя забота этот мир, или пусть не будет твоей заботы Аль-Харам и так далее. Не бойся. Если будет твоей заботой только Всевышний Аллах Табарака ва Тааля, Аллах поможет тебе. И укажет это тебе на то, что твое сердце по-настоящему является здравым. Еще один признак того, что твое сердце является здравым и не больным, это то, что ты, когда начинаешь читать намаз и говоришь «Аллаху Акбар», все твои заботы, все твои проблемы, все твои мысли покидают тебя. Все твои думки об этой жизни, мирской жизни, покидают тебя. И для тебя тяжело выходить с намаза. Почему? Потому что ты в нем находишь отдых. Ты в нем находишь отдых, и ты в нем находишь успокоение и утешение. Потому что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься в тайной беседе с Ним. Для тебя тяжело расставаться с намазом. Некоторые люди, когда дают салям, ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах, встают и сразу же уходят, как будто они в клетке сидели. Начинают убегать. С мечети. Как будто бы они находились в клетке. Как будто бы его на цепях где-то держали. Это указывает на что? Что сердце его нездравое. Возьми себе правило. Читай намаз, как будто это твой прощальный намаз, последний намаз. Представь, что это твой намаз, он последний, все. Больше у него не будет никаких намазов. Вот так каждый намаз, если постараемся, иншаллах, будет все нормально. Будем находить в нем отдых. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услал на его глаз. Это был намаз. Когда приходили
время намаза, говорил «Аллаху Акбар, Аллах Велик» и начинал читать намаз. Потому что Аллах, Он намного велик. Его дело намного велико тоже. И Он самое главное. И Он твой является заботой. Поэтому это является тоже признаком того, что твое сердце здраво. Также одним из признаков того, что твое сердце здраво, это то, что ты стремишься провести все свое время с пользой и являешься самым скупым и жадным в этом вопросе. В вопросе трате времени. Вопрос что? Трата времени. Тратить время. Ты самый, алейкум салям. Ты самый скупой и самый жадный. Больше, чем своему имуществу. Поэтому мусульманин этим должен отличаться. Понятно? Отличаться должен тем, что свое время он постарается для провести с пользой. И не делать так, чтобы понапрасну ушло из его времени, хотя даже если это будет одна минута. Если поймешь эту истину надлежащим образом, и поймешь слова Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, где он поклялся аль-асрам, то есть все время, потом сказал, что все в убытке, кроме тех, которые описали себя четырьмя качествами, иман, амал, дава и собр, поймешь по-настоящему ценность этого времени. И когда поймешь то, что тот, кому будет приходить смерть, про которого Всевышний Аллах сказал, «Хатта иза джаа ахадахумуль мауту каля робби ирджиун», когда кому-нибудь из них приходит смерть, он говорит: «О Господь мой, верни меня, лаалли а'малю салихан», может быть, я буду творить благие дела. Поймет, когда уже смерть пройдет к нему, попросит возврата в эту жизнь для того, чтобы совершать благие дела. Поймет, что что, надо чем заниматься в пустое время. Что сейчас он с ним в могиле, останется только его дела, и принесут ему радость только его дела, больше ничего. Ничем он не будет доволен своей могиле, кроме как своими делами. Порадуется своим делам. Если, дорогой брат, хорошенько поймешь эту истину, отсюда у тебя попадут все вопросы, которые поднимают некоторые братья. Можно дома держать телевизор или нельзя? Можно ли играть в футбол или нельзя? Можно ли смотреть или наблюдать за, как называют эти всякие соревнования по футболу и так далее? Вот эти все вопросы плохие, невоспитанные люди задают такие вопросы. Они у тебя попадают все сразу же. Понятно? Сразу же у тебя попадают. Понятно? Когда поймешь цену своего времени. Неужели ты создан для того, чтобы забавляться? Валяйду милля. Неужели ты создан для этого? Ты создан только для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху. Поэтому предостерегаем от пустой траты времени, особенно в этот благословенный месяц, месяц Рамадан. Пусть никого из нас не настигнет этот месяц и будет искать пустое времяпровождение в этот месяц, чтобы побыстрее наступил ифтар. В первую очередь стоит сон. А? Большую часть времени на сон и лишь малую часть времени на ибада и поклонение. Нет. Ты служи своему Господу днем и проси прощения за то, что ты сделал упущение днем, ночью на намазе. Месяц Рамадан – хорошая возможность выработать себе качество, попросту не тратить время. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракатух. Месяц Рамадан является прекрасной возможностью воспитать себя, не тратить попросту время. Почему? Потому что во время Рамадана будет человек занят. Будет держать пост, будет читать намазы, будет повторять днем Коран, вечером будет что? Следить за читающим таравих намаз. Этот месяц – месяц священного Корана, поэтому удели как можно больше времени изучению священного Корана. Если ты до сих пор не умеешь читать священный Коран на арабском языке с таджвидом, как подобает тебе, как мусульманину, рабу Аллах, то удели все свое время в этот месяц для изучения священного Корана. Для изучения священного Корана. Если уже умеешь читать, удели свое время для заучивания священного Корана и понимания смысла священного Корана. Понятно? Поэтому, если почувствуешь это, или увидим такого человека, что он скупой и жадный, ничто не хочет попросту тратить свое время. А? Понятно? Увидите занятых людей, которые работают, у него постоянно нет времени. Он ради дуни делает это все. А ты, Аллах открыл для тебя, это великая милость, что
у тебя теперь ясность в этом вопросе. А именно, что тебя ждет завтра. Это элементарный вопрос, который должен задавать каждый человек, который ходит по этой земле. Что с ним будет завтра, когда он умрет, да? Человек же замечает, что он не живет на этой жизни вечно. Он умирает, рождается, умирает, хоронит, да? Вообще, по идее, логически вот так присесть ему надо. И что со мной будет завтра? Кому обращаться и кто меня создал? И фитры у него есть, что нужно любить посланников от Аллаха. Фитры у каждого есть. Понятно? Которые приходили от Аллаха и говорили, что надо делать. Но, видишь, большинство людей даже не задаются такими вопросами. Ходят, как ничего не бывало. А ты, Аллах открыл тебе это знание. Аллах тебе открыл, Аллах выбрал тебя из этого огромного количества людей. Поэтому ты поблагодари Аллаха за эту милость. Потрать свое время на то, ради чего тебя создал Всевышний Аллах. Бараку ва тааля, и на подготовку встречи с Ним. Я айюхаль инсан, иннака кадиху иля раббика кадахан фамулякий. О, человек, ты трудишься и стараешься ради своего Господа, и ты непременно встретишь его или это. Его либо Господа, это либо свои дела. Ты завтра встретишь. То есть ты трудишься, делаешь, ты завтра это встретишь по-любому. Поэтому как можно больше трудись. Как можно больше чего? Трудись. И последнее, что упомянем и этим закончим, что признаком того, что твое сердце является здравым, что мусульманин уделяет упорядочению и лечению своих дел, чтобы они были правильными, больше времени, чем уделяет времени самому этому делу, которое делает. То есть, вкратце говоря, ты должен заботиться о качестве больше, чем о количестве своих дел. Не должен заботиться о количествах. Я каждый день буду читать 20 ракатов, 20 ракатов, 20 ракатов, хоть даже если я буду на намазе, у меня голова будет в другом месте. Нет, я самое главное, 20 отчитаю, 20 отчитаю, 20 отчитаю, буду. Нет. Ты сделай, целью это качество, но не количество. Понятно? Сделай, чтобы они были, хоть и если мало, но качественно были сделаны. Были искренне ради Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Были искренне ради Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. Мы просим Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля, чтобы уберег нас от всего того, что портит сердца человеческие и все то, что вызывает болезни.